Всем здравствуйте! По предварительным данным, у Леонида Агутина обнаружили тромб. Сейчас медики делают все, чтобы помочь артисту. Незадолго до госпитализации исполнитель пожаловался на сильные боли. Артиста доставили в одну из московских больниц, где у него диагностировали тромбоз глубоких вен. Чтобы устранить опасную проблему, Леониду Агутину понадобится как минимум медикаментозное лечение. Остается только порадоваться, что музыкант теперь находится под бдительным присмотром врачей. Как известно, тромбы – это опасное явление, с которым шутки плохи. Между тем, недуг певца ставит под вопрос его ближайшие концерты. 3 января Агутин должен выступить в Сочи, а уже 5-го – в Дубае. Естественно, теперь неизвестна судьба и многочисленных корпоративов, которые востребованный артист традиционно проводит в преддверии Нового года. По данным, все будет зависеть от эффективности лечения и реабилитации. Не так давно Леонид Агутин отправился за границу, где дал несколько запланированных концертов в рамках своего тура. Поклонники музыканта считают, что кумиру повезло, ведь в больницу он попал не на чужбине, а в родных пенатах. Стоит ли говорить, с каким вниманием медики отнеслись к звездному пациенту, который уже столько лет радует народ роскошными хитами? А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.